Здравствуйте, ребята! Урок на тему «Черты романтизма и реализма в любовной лирике» Михаила Юрьевича Лермонтова проведу с вами я, учитель русского языка и литературы Кишиневского лицея имени Михаила Коцюбинского, Оксана Владимировна Димитраш. Эпиграф. Я не могу любовь определить, но это страсть сильнейшая. Любить необходимость мне, и я любил всем напряжением душевных сил. Найдите ключевые слова в этом предложении и аргументируйте свой выбор. Сегодня мы определим особенности любовной лирики Лермонтова, рассмотрим черты романтизма и реализма в образе лирического героя, будем совершенствовать навыки анализа поэтического текста на примере стихотворения «Я не унижусь перед тобой». Мы говорили на прошлом уроке, что Лермонтов вступил в русскую поэзию прямым наследником Пушкина. Но тема любви зазвучала у него по-иному. Прочитайте первые строки стихотворений Лермонтова «Разных лет о любви». Был ли поэт счастлив в любви, как вы думаете? В этих стихах нет светлых чудных мгновений, которыми пронизана вся любовная лирика Пушкина. Лермонтов с горечью признается: «Пусть я кого-нибудь люблю, любовь не красит жизнь мою». Если для Пушкина любовь – источник счастья, то для Лермонтова она неразлучна с печалью, трагична, как и многое в его жизни. Это краткий миг, яркая вспышка в монотонной обыденности, которая внезапно озаряет человеческую жизнь и также внезапно пропадает, оставляя лишь воспоминания и досаду. В признание в любви вплетены размышления о скоротечности жизни, о смерти, как, например, в стихотворениях «Станции», «Не смейся над моей пророческой тоской», «Любовь мертвеца» и других. Искренние чувства лирического героя не вызывают ответной любви. Он обманывается в своих надеждах. Мотивы неразделенной любви и измены постоянные в любовной лирике поэта. Страсть сильнейшая не приносит радости. Властвующая в жизни дисгармония разрушает чувства. Это характерная особенность любовной лирики Лермонтова. Хотя любовные послания посвящены конкретным, реальным адресатам, исследователи отмечают стремление не столько изобразить любимую женщину, признаться ей в любви, как у Пушкина, сколько передать собственные переживания, свое отношение к миру, вызванное любовью, запечатлеть все оттенки своего чувства, от вспыхивающей безумной надежды до мучительного разочарования. То есть это рассказ о себе. Философ Владимир Соловьев писал так: во всех любовных темах Лермонтова главный интерес принадлежит не любви и не любимому, а любящему «я». Убедиться в справедливости такой оценки помогает Национальный корпус русского языка. Информационно-справочная система, основанная на собрании русских текстов в электронной форме. Эта система позволяет подсчитать частотность употребления тех или иных слов в заданных художественных текстах. Перед вами частотность употребление местоимения «я» в текстах лермонтовских стихотворений о любви. Какие выводы эти данные позволяют сделать о лирическом герое Лермонтова? Уточним определение лирического героя. Это лицо условное, способ раскрытия авторского сознания. В облике лирического героя отражаются и личные переживания автора, и обобщенные эмоции других людей. Вот почему, читая то или иное стихотворение, нам иногда хочется воскликнуть: «Я тоже так думаю и чувствую». Лирический герой любовной лирики Лермонтова – это романтик с бурей чувств и эмоций, своего рода художественный двойник автора, его лирическое «я». И лермонтоведы полагают, что стихи поэта о любви – откровения, напоминающие страницы его дневника. Уточним понятие «герой-романтик». Это исключительная личность в исключительных обстоятельствах, для которой свобода дороже жизни. Романтический герой одинок, он жертва собственных страстей. Он бежит из привычного мира, который кажется ему тюрьмой, или является изгнанником. В опасный путь его гонит нежелание быть как все, жажда борьбы, поиск родной души, недостижимого идеала. В душе такого героя внутренняя раздвоенность, борьба противоречий, что воплощается с помощью контраста, антитезы. Внимательно прочитайте стихотворение «Я жить хочу». Выделите в нем черты романтизма. Остановите видео
и письменно ответьте на вопрос. Как объяснить антитезу «Жизнь – печаль, любовь – счастье»? Из статьи «Романтизм и реализм в творчестве Лермонтова» в оцифрованном 200-летнему юбилею поэта издании «Лермонтовской энциклопедии» следует, что эта проблема сложна и недостаточно разработана. Попробуем вместе ее прояснить. В последние годы своей недолгой жизни поэт все острее ощущал невозможность разрешить внутренние противоречия, ущербность позиции мятежного индивидуализма. Все настойчивее стремился соотнести свои идеалы с реальностью. Происходит эволюция лирического героя. Он стремится к простоте. Ему хочется обыкновенных человеческих радостей, как в стихотворении из альбома «Карамзиной». Любил и я в былые годы. Люблю я больше год от году, желанием мирным дав простор, поутру ясную погоду, под вечер тихий разговор. В 1840 году Лермонтов пишет стихи «На светские цепи», к портрету, где рисует собирательный образ светской красавицы. Поэт хорошо знал истинное лицо светского общества, недоброжелательное, лицемерное, часто жестокое, и понимал, что простое человеческое счастье невозможно среди ледяного, среди беспощадного света. Уточним понятие «реализм». Это правдивое отношение к действительности в художественном произведении. Как литературное направление, русский реализм стал ведущим во второй трети XIX века. То есть Лермонтов был одним из тех, кто стоял у истоков русского реализма. Познакомьтесь с основными чертами реализма. Это объективизм, типологизм, ясно выраженная авторская позиция, психологическая достоверность характеров, нет деления на положительных и отрицательных персонажей, приближение языка художественного произведения к живой речи и другие черты. Остановите видео на следующем слайде и ответьте на вопрос, какие из основных черт реалистического направления проявляются в стихотворении к портрету. Прокомментируйте высказывание литературоведа Журавлевой. В поздних произведениях поэта произошло соединение черт раннего реализма и зрелого романтизма в органическое единство. Рисунок Лермонтова «При Валерике» отсылает нас к одному из поздних его стихотворений «Валерик» – сочетанию батальной и любовной лирики, где Лермонтов как раз и добивается гармонии между романтизмом и реализмом. Прочитайте стихотворение «Валерик» и ответьте на вопрос. В стихах о любви это органическое единство романтизма и реализма достигается сочетанием незабываемой лермонтовской грусти. «Люблю в тебе прошлое страдание и молодость погибшую мою». И лермонтовской иронии. «Что ж делать? Речью неискусной занять ваш ум мне не дано. Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно». Герой поздней лирики Лермонтова ироничен к своим бурным былым страстям, но красоты их безобразны. Я скоро таинство постиг. Какой прием использует поэт в этих стихах? Да, это оксюморон. Сочетание несочетаемого, стилистический прием, когда подбираются слова с противоположным лексическим значением. Как, например, у Ахматовой. Смотри, ей весело грустить, такой нарядно обнаженной. Остановите видео на следующем слайде и прочитайте текст Анны Ахматовой, посвященный Лермонтову. Спишите этот текст, вставьте пропущенные буквы и знаки препинания. Проверьте себя. Видите, как Анна Ахматова говорит? Слова, сказанные им о влюбленности, не имеют себе равных ни в одной из поэзий мира. А мы обратимся к другому стихотворению великого поэта Лермонтова «Я не унижусь пред тобой». Перечитайте его. Это стихотворение, обращенное к Наталье Федоровне Ивановой, подводит итог их взаимоотношениям. Восторженное обожание, стихотворные признания юного поэта льстили самолюбию, избалованной успехом девушки. И сначала она относилась к нему благосклонно, но в последний приезд в усадьбу к Ивановым на берег Клязьмы Лермонтов пишет
это стихотворение. Каково настроение лирического героя? Стихотворение исполнено чувством разочарования, горестным сожалением о напрасно растраченном жаре души. Обида, нанесенная непостоянством девушки, не только больно ранила впечатлительного юношу, но и разрушила в нем возвышенное отношение к любви. Найдите строки, подтверждающие это. В чем герой упрекает и ее, и себя? Оскорбленный в своих чувствах, поэт упрекает любимую в том, что она не была честна с ним, а лишь кокетничала, отнимала время, которое он мог потратить на творчество. Как знать, быть может, те мгновения, что протекли у ног твоих? Я отнимал у вдохновения, а чем ты заменила их? Теперь герой видит в девушке только лицемерие и притворство, которых раньше не замечал. Зачем ты не была сначала, какой стала наконец? Ключевые образы стихотворения «Я и ты». Построим диаграмму Венна, вписав в первый круг все, что связано с местоимением «я», а во второй – с местоимением «ты». «Я и ты не вместе». Всего два раза поэт говорит «мы», но использует эпитет «чужие». Прокомментируйте эти данные и сделайте выводы. Дадим характеристику лирическому герою. Он любит всем напряжением душевных сил, но узнает лишь коварную измену. Та, кого он считал ангелом, лживая и лицемерная. Герой жаждет счастья, но остается гордым, одиноким и свободным. Какие выразительные средства помогают поэту передать сложное душевное состояние лирического героя? Эпитеты, дар чудесный, коварную измену, метафоры «пожертвовал я годы твоей улыбке и глазам», «мгновение я отнимал у вдохновения», «тебе я душу отдавал», гиперболы «целый мир возненавидел», «я был готов целый мир на битву звать и в страсти стану клясться всем». Какие стилистические фигуры создают эффект взволнованности речи лирического героя? Автор часто употребляет риторические вопросы и восклицания. Как знать, быть может, те мгновения, что протекли у ног твоих? Я отнимал у вдохновения. А чем ты заменила их? Зачем ты не была сначала, какой стала наконец? Или женщин уважать возможно, когда мне ангел изменил? Анафоры. И так пожертвовал я годы, и так я слишком долго видел. Зачем так нежно обещала? Зачем ты не была сначала? Создается впечатление, что стихотворение было написано на одном дыхании. Ценнее мимолетных увлечений и несерьезных интриг оказывается творчество, поиски вдохновения. Мгновения с той, которую когда-то любил лирический герой, оборачиваются бесполезной тратой времени, времени, которое можно было посвятить стихам. Изучением темы поэта и поэзии в лирике Лермонтова мы займемся на следующем уроке. Спасибо за внимание.